Хочу пластилиновых майнкрафтеров. Больше пластилиновых майнкрафтеров. Еще пластилиновых майнкрафтеров. Там пластилиновых майнкрафтеров. Там пластилиновых майнкрафтеров. Там пластилиновых майнкрафтеров. А вы это лайки ставите? Вы это лайки ставите? Вы это лайки ставите, чтобы было больше их пластилиновых майнкрафтеров. Вот смотрите, я вам эту серию запилю вот прямо сейчас. Запилю вам эту серию, но с вас лайкусик. Давайте вы напишите в комментарии, хотите ли вы еще новой серии пластилиновых майнкрафтеров. И поставьте огромный лайкусик. Вот вы это пишете там, хочу пластилиновых майнкрафтеров. А лайк-то не ставите. Поэтому лайк поставьте. А мы с вами будем начинать. Потому что в этой серии пластилиновых майнкрафтеров ждет просто дикое приключение. Какое вы узнаете в этой серии. Поэтому не перематывайте, не переключайте, смотрите до конца. Погнали! А греби, греби, давай, греби! Греби, давай, вперед, вперед! Вот тут, да, надо... Ты, что ты меня обнимаешь? Хватит меня обнимать! Вы дебилы! Посади прямо надо, давайте! Я просто так, я тут посижу, вот так вот, полежу, точнее. Игорь, как эта дичь работает? Я грибу! до свидания! Заберите меня, пожалуйста! Не-не-не! С этим дебилом обратно плыть! Нет, там сейвинг, там есть сейвинг, все нормально, все в порядке! Есть сейвинг? Был сейвинг, умирай! Умирай! Ты уверен в этом, что там был? Да, там был сейвинг, я уверен, вот. Опа! Здорово, здорово! Все нормально, пацаны, все нормально! Справляемся! На плот, на плот! Какой плот? Подождите! А-а-а! Тону! Я не умею плавать, пацаны! Ой, пацаны, заберите меня! Заберите меня! Ты будешь на лодочке? Заберите меня, нет! Давай тогда прыгай на сушу и залезай к нам. Ты допрыгнешь отсюда? Я не знаю, я не знаю. Ловите меня, пацаны, ловите! Давай, давай, Игорь. Так. У нас попутного ветра нету, как мы вообще доплывем куда-нибудь? Опусти. Дебилы, не переворачивайте! Жека, в другую сторону, в другую сторону! Вот, да-да-да, вот так, держи, держи, да-да-да. Молодец! Дебил! Вытащите! Дебилы! Чё вы делаете? Пацаны, вы отсталые, да? Я выжил, пацаны! Так, Эдисон, садись в лодочку, идиот! Эдисон, мне кажется, придется в пламя отправляться. Я позагораю! Немного. Подождите, я катер возьму, тут есть катер, пацаны. О! Смотри, как я прилег! О-о-о! Да ты можешь... Я должен рискнуть, я доплыву или нет? ДЕБИЛ! Подожди, я заплыву. Ты бросил наш плод! Есть сейвинг! Сейвинг есть? Есть, да, есть, есть! Нормально, нормально, нормально! Умираем, умираем! Ебой, умираем! Отряд самоубийц! Так, все нормально, все нормально. Я завожу мотор, пацаны! Он реально работает! Да, он работает! Игорь, помогай толкать, толкаем! Сейчас все вместе, сейчас все. Берем, давай, давай, спереди, 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 спереди. И раз, и два. Спереди толкай, спереди тяни в воду. Грузчик Игорь, давай, давай. Давай, давай. Что грузчик Игорь, ребята, пишите комментарии. Подождите, короче, вообще-то это надо было по-другому делать. Да все нормально, подождите. Жека, помогай, дальше, помогай. Я как бы помогаю. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Давайте. О! Подождите меня, подождите меня! Поехали! Бра-ба-ба-ба! Пацаны! Запускай шарманку! Пацаны, мы немножко не дотащили. У нас там проблемка, пацаны, надо, чтобы кто-то вылез. Хорошо, я сейчас помогу. Короче, а где тёлки и шампанцы? Пацаны, мне кажется, я вряд ли я смогу один это сделать. Да давай, я ж грузчик, и ты давай, толкай эту хренотень! Подождите! Подождите меня! Подожди! Давай! А то хреново поворачивает! А то хреново поворачивает! Только не переверни, пожалуйста, только не переверни! Давайте, пацаны, семерочек! Что-то пошло, что-то пошло! Нет! А что такие? Куда? Подождите, пацаны, пацаны, я рядом, подожди, стой, остановись, Эдисон. Подождите. Давай. А вы можете тут поразвернуться? Игорь. Подожди.
Ага. Там плод, по-моему, мешает, нет? А может, он на плоте? Жека у нас сегодня все проблемы разгребает. Давай, Жека. Я его сейчас отгоню, пацаны. Я сейчас его отгоню. Игорь, Игорь, тихонечко, тихонечко, Игорь. Тихо, тихо, тихо! Не туда, дебил! Дебил! Да куда вы едете, на ёханый бабай? Пацаны, тонем! Давай, ты у тебя у нас вода в катере. Вон есть буйки, буйки. Проезжай через буйки. Подождите, еще все. Скажите, куда поворачивать? Сейчас направо нужно. Не, это лево, это лево. Вот это право, молодец. Будете меня контролировать. Куда мне поворачивать? Куда мне поворачивать? Ты прямо в буёк едешь! Так связь, спрашивай, куда мне поворачивать! Камень! Я говорю, куда мне поворачивать? Он молчит и горит, в буёк едешь! Сейчас направо, немножко, а теперь налево, резко налево. Сейчас еще хватит налево, хватит налево, хватит налево, а теперь направо. Прямо, прямо. Пацаны, куда? Мы его захватим. Да подождите. Просто держи сейчас ровно, держи ровно ее. Так, шофер, она... Игорь, отойди! Да, Игорь, тихо, все хорошо. Куда? Все просто прямо, нормально. Нет! Тихо, стоп. Да, нет, не толкайтесь! Куда? Направо сейчас, направо. Вот так вот. А мы на корабль, да? Я правильно понимаю? Хрен его знает даже. Давай мы развернемся и к причалу пришвартуемся. Или на корабль. Не, я имею в виду на корабль. На корабль к причалу. Я нормально еду, все нормально? Вокруг сейчас поедем, вокруг. Да. Все нормально, просто прямо. Только не так быстро, а то мы сейчас... Так, сейчас все будет. Нифига там Игорь что творит. Тихо! Да, то спокойно, спокойно! Все, мне кажется, нормально. Пацаны, запрыгивай мне! Отлично. Я убью. На самом деле, если ты тоже можешь... Я нормально, все под контролем, не переживай. Я ехаю? А почему я немножко падаю? Дебил! Подожди нас! Быстрее! Дебил! Ты что творишь? Пацаны, я не успею! Я случайно Титаник запустил! Пацаны! А что мне делать? Я такой смотрю, охреневаю! Ребят, я как бы все понимаю, а тут есть задний ход, я еду назад, давай, Жека. Хорошо, давай задний ход. Ну ты отдаешь, я что-то охренел немного. Я охреневаю от механики этой игры, если честно. Ты может на всем, чем только можно. Вы меня сбили, я сейчас утону! Я не вижу из кабины, куда я. Ты понимаешь, ты сбил причал, я тебя не знаю вообще что. Стоп, вот стой так, ты можешь так постоять, я сейчас добавлю. Я стою! Капитан! Шторм на! Полный ход! Нам направо надо, нам направо надо! А как им рулевать-то, ты объяснишь мне? Так, сейчас все будет. Я просто не знаю, что происходит, пожалуйста. Что вы тут делаете? Сейчас все будет, пацаны, не мешайте. Полный вперед, пацаны. Да нет, это не вперед, это разворот, дебил. Нет, нажимаю вот этот туда. Нет, дебил. Я за вас болею. Игорь, ты понимаешь, что этот рычаг управляет, куда поворачивать, налево и направо, по центру поставить, по центру. Ребят, я штурман, туда, теперь туда, а потом туда, или туда. Сейчас человек за бортом будет, отвечаю, сейчас вот прям будет, чувствую. Поворачиваю, хопа. Полный вперед, пацаны, там водопад, пацаны, там водопад. Надо налево. Вот он, разворачивай, молодец, подожди, Жека. Полный вперед, Жека! Левей, дебил, мы разобьемся! Сейчас все капитан Эдисон настроит, не паникуй. Подожди, я тебя держу, это, короче, это. Да ты дебил! Подожди, нужно тебя за талию взять. О! Титаник, пацаны! Гомосеки на борте, гомосеки! Прыжок, сейчас нужно совершить прыжок. О, сейвинг был. Это сейвинг. Матрос за бортом, спасите! А, все нормально. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вытащи меня, пожалуйста, Игорь! Нормально. Побежали, пацаны, побежали. Подожди, сейчас Жеку спасти. Жек, это умирай просто умирай. Я, ты можешь, ну подожди, у меня тут. Все нормально. Пойдем, на своей атмосфере.
Пошли хуя! Отстань от меня! Ой, так, хорошо. Ой, споткнулся, поднимите, пацаны! Пойдем! Давай! Новый год, пацаны, Новый год был, потащите меня, пожалуйста! Что это? Так, это, ой, короче, тут вот опять это... управлять чем-то. Чё такие сложные уровни пошли? Пошли! Тут есть кнопочка! Это хорошо, это... Грузите ящики. Куда их грузить? В корабль. Не балуйся. Влево, потом вправо. Игорь, не балуйся. Ой-ой-ой-ой, что творит? Возможно. Поднимите меня повыше, я сделаю. Игорь, поднимай повыше, поднимай вверх. Берешь и вверх поднимаешь. Игорь, подними меня отсюда. Так, здорово, пацаны. Не вниз, а вверх. Так, все нормально, все под контролем. Давай! Давай, цепляйте эту хрень от тень! О, сложно посмотреть. Ой, Эдисон, подними меня чуть-чуть. А уверен, что нам надо вообще этой фигней? Да, я тоже вот так. Может, нам просто перейти на вот другую сторону нужно? Зацепить за эту хрень, я вас подниму, а ну. Хорошо, давай. А, да, мы реально расшатаемся и просто перелетим. Макаки! Во! Нормально, сейчас я прыгну, сейчас. Давайте, сейчас. Игорь, вся надежда на тебя, Игорь. Так, нет. Все очень плохо. Цепляйтесь там снизу, вот я спускаю эту хрень. Снизу, все, я иду, секундочку. А мы просто тупые. Да, вы тупые тупицы. А где это? Вот я близко ее подвел. Давайте. Нормально. Все, я зацепил. Цепанулись? Да, вроде цепанулись. Поднимаю вверх! Опа! Здорово! Здорово, ёпты! Так, поднял. Сейчас, да подожди, я подвину вас туда. Вперед! Вот, двигаю вас. Молодцы. Пацаны, мне сейвинг нужен. Так, хорошо, мы ищем сейвинг. Сейвинг, ты где сейвинг? Здорово, ёпты, пацаны! А может быть, слышишь, Эдисон, может быть я расшатаюсь на цепочке, ты зацепишься за мою ногу? Ну, не знаю, попробуй. Сейчас я, пацаны, сейвинг! А, все, сейвинг был, да, сейвинг. Да? Я нашёл! Да! До свидания, жестокая жизнь! Хорошо. Так, где? Здорово, ёпты, я тут. Так, пацаны. Давайте, поехали. Ага, куда? Так, поехали, суицидь. Я плаваю, у меня... Может быть, нужно вот по этим... по этим? Ой. Сейчас. Оп, я плавал все это время, лол. Лол, кек. Так, давай, Эдисон. Тащи! Я не могу залезть! Опа! Так. Дальше. Как бы это эти двери открыть? Ой-ой-ой, эти ж ящики шатаются! Ты уверен, что туда ты нужно? Дебил. Ящик бери, обратно его затаскивать. А подожди, а зачем нам туда? Не знаю. Мне кажется, мне туда. Мне тоже так кажется. Ой! Ой, нормально, все. А хотя, подождите, может быть и туда. Нам двери нужно эти открыть, только как? Мне кажется, смотри, тут нужно по верху пролезть, где вот видишь желтая эта фигня. Только давайте помогите поставить вертикальный ящик, мы залезем на крышу. Не, поставьте сюда один ящик, мы залезем сразу. О, вот сюда один ящик поставьте. Подожди, Игорь, тут не так все просто, его... Вы дебилы, сюда ящик тарабаньте, вот сюда. Давай, заколебал! Давай! Игорь, это... Подожди, а мы можем ящик вертикально даже поставить. Мы можем второй приторабанить. Я еще опа, все залезли. Отлично, так. Да, вы можете не ходить втроем, дебил. Как вы должны ходить? Так. Сейчас все бой посмотрим. Игорь, ты там живой? А ты тут можно плавать? Тут мелко. Хорошо. Нормально. Дальше. Водопроводчики сраные. Грузчики, водопроводчики. Подожди. Это жопа. Жопа! Она слишком крупная. Эдисон, можно затащить? Подожди! Как я там затащу? Ну вот, за бошку мы возьми. И сам шантарахнусь, да! Игорь! Там бежать нужно, а не тащить! Ладно, окей. Оп. Давай, Игорь, нужно бежать, короче, беги, давай, там Ой! А как вы так высоко залезаете? Вы сразу на желтую прыгаете или... Я на желтую прыгаю. Игорь!
Игорь, дай я пробегу. Так, сейвпоинт. Есть? Нет, пока нету. Сейвпоинт, нужен сейвпоинт! Ага, зашибись. А что дальше делать? Что, нет там сейвпоинта? А как мы отсюда... А как мы отсюда выберемся? Нелегко. Жека, у нас тут проблемка небольшая. Я не понимаю, как вы туда залезли. А мы не понимаем, как отсюда выбраться. Ты вылез? Да. Так, это что? Эта фигня ездит, я открываю, пацаны, она все это время ездила. Да, то есть вы можете мне открыть дверь? Вот мы дебилы! Вы можете мне открыть дверь, да? Да, вот я... он уже открыл. А, все, отлично, я бегу. Это, а, конечно... какой мощный! А что дальше? Так, ну это было сложно. Дальше берем ящик. Да, мне кажется, нужно взять ящик. Я тебе помогу ему. Давай, бери второй. Как он туда залез? Ля, какой... Эдисон не ищет легких путей. Да пусти меня! Дебил! Все нормально, если все нормально. Да, у меня все нормально просто. Все нормально! Тащи меня! Берем так. Давай, Эдисон, ты справишься. Слишком жирный! Давай! Опа! Ага. Эдисон, я знаю, что я тебе помогу. Да, мы тебя сможем затащить сейчас. Так, зашибись. Игорь, затащи меня! Ты же забрать не можешь, подожди, а куда дальше? Ой. Все нормально. Все под контролем. Я бы с удовольствием засейвился, конечно, да не за... Я сальтуху намутил! Сальтуху? Сальтуху, да! Ой. Пацаны, я что-то делаю, смотрите. Что вы там делаете? Что-то мы делаем. Эдисон, ты не за то тащишь. Якорь! Да мне... Подождите, стоп! Вы сейчас спустите его и все. Это бетон! Никуда мы его не спустим! Давай! Ой! Тихо! До свидания, пацаны, до свидания! Так, а что куда дальше? Так, это по идее плавает. А что мы сделали? О, это плавающая фигня. А, да! Давайте, вставайте сюда. Пацаны, ловите меня! Сейчас мы утонем. Тихо. Равновесие, держи. Давай ты встанешь сзади, я стану спереди. Опа. Ну вы подождите меня! А так ты... Эдисон, она сама плывет быстрее! Эдисон, сзади! Тихо! Встань по центру, Эдисон. Все нормально. Так. Разворачивайте! Нужно развернуть... Во, чуть левее, левее, да. О, по центру. Так. Тихо. Это все хорошо, а нам дальше нужно доплыть. Окей. Разве? А смотри, вот я вам дверь. Вход открыл. Да. Игорь, выплывай оттуда. Так, это все. Это все хорошо. Я говорю, там... Игорь, там водопад, понимаешь? Давай. Так, смотрите, ребят, нам нужно... Да не уплывай от меня теперь! Эйса, смотри, видишь там дверь? Да, вот там? Вот этот ящик забрать и поставить вам... А может кто-то тут постоит, а кто-то просто пройдет через дверь и засейвится? Помогите! В любом случае водочка нужна. Я здесь! Нам ее нужно как-то развернуть в другую сторону. Вот, как ее? Игорь, мы... Не, нам нужно просто по кругу проплыть, нет? Давай разворачивайся, падла! А может реально нужно руками разворачивать? Жека, твоя очередь. Так, ага, хорошо. Я, что ты делаешь? Ой, она что-то изначально как-то не поняла. Дебил, иди сюда! Молодец. Так же, пацаны, как... а тут течением просто уносит, я в принципе не смогу здесь развернуться. Прыгни вон туда! Да не... Вон туда! А, да, там еще одна лодка. Да! Ёханый папа, мы тупые, едем. Вот мы тупые! Мы тупые, Игорь! Так, стоп, теперь куда? Теперь налево, да? Да, налево. Перебухал. Ой, пардон. Я позагораю. О, смотри, мостик. Опа. Пацаны, проблема в том, что эта лодка вообще не плывет. В смысле не плывет? Вот она, видите, стоит на месте.
Она какая-то тупая. Тупая лодка, тупая лодка. Может быть, нужно просто... Вот что-то двигается, что-то двигает. Во-о-о! Пошла вроде, пошла жара, пошла! Да? Все, молодец. Сразу к выходу плыви, сразу к выходу. То есть мне за ящиком не надо? Не-не-не-не, сразу к выходу. Чё? Хорошо. Так. Так, я надеюсь, что я допрыгну. Допрыгнешь. Я присяду, я присяду. Давай, заходи, сейвся. Так. Вот сейвинг. Сейвинг был. Suicide Squad. Ребят, у нас тут еще более сложная теперь задача. Берите весла. Я думаю, что на этом можно закончить. Да, мне тоже так кажется, на самом деле. Может, мы доплывем, мне кажется, это конец уже. Иди в жопу. Так, берите весла, берите их. Давайте хотя бы в лодочку хотя бы. А на весло насрать? Я беру и везу весло, пацаны. Ладно, неважно, лодка нам не нужна, мы можем... Да, вообще не нужна. У меня есть весло. Нормально, мы тут на берегу будем. В общем, я предлагаю на этом закончить. Да, я согласен. О! С Новым годом, пацаны, всех с Новым годом. С новым счастьем, ставьте лайки, пишите комментарии. Лайкусь. У нас прям новогодняя серия, катались на катере. Понимаете, уехали. Загорали на пляже. Подписывайтесь на наши каналы, все обязательно, прямо сейчас подписка и потом лайкусик обязательно. Вот, а мы будем заканчивать. Да, всем спасибо. Всем пока. Пакет.